Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. На перекрестке Карла Маркса с Профсоюзной возведут несколько высотных домов. Строительство планируется в Луковицком овраге на территории Слободы-Шевели напротив сквера, который несколько лет назад отстояли местные жители. Публичные слушания по застройке территории прошли 27 июля, сообщает паблик «Строим Киров». Там также указывается, что изначально застройщик планировал построить на этом месте 3 25-этажных дома. Затем концепция поменялась, и теперь планируется возведение нескольких 17-этажек. Как пишет «Девятка.ру», проектом предусмотрены гостевые парковки, парковки длительного хранения и подземный паркинг. Также предполагается, что улицу Профсоюзную расширят. На въезде с придомовой территории будет обустроена разгоночная полоса. Дайджест недвижимости. Вторичное жилье в Кировской области продают дороже новостроек. Данные по стоимости квадратного метра во втором квартале года представил Кировстат. Цены на квартиры на первичном рынке в сравнении с первым кварталом 2017-го подросли на 0,6% и составили около 38 тысяч за квадрат. Уже обжитые квартиры, напротив, потеряли в цене более процента. Тем не менее, стоимость квадрата на вторичном рынке выше, чем в новостройках, и составляет 40 500 рублей. Дайджест недвижимости. Возведение первого жилого дома началось на территории бывшего завода «Крин». Комплекс по адресу Карла Маркса, 18А, будет состоять из 3 9-этажных зданий. В одном из них появится встроенный детский сад на 50 мест, который застройщик передаст городу, напоминает портал iKirov.ru. Новый формат работы власти и бизнеса прописан в законодательстве и сейчас апробируется в Кирове. В действующее законодательство внесены изменения, которыми вводится понятие «комплексное устойчивое развитие территории». Собственники недвижимости могут обратиться в мэрию с просьбой заключить договор с целью преобразования территории под новый вид использования. Первый такой договор как раз и заключила фирма «Маяковская», застройщик квартала, уточняют бизнес-новости в Кирове. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.